Божьи слова на каждый день. Речение и работа Иисуса в то время не придерживались доктрины, и Он выполнял свою работу не в соответствии с законом Ветхого Завета. Это находилось в согласии с работой, которую необходимо было выполнить в период благодати. Иисус трудился в соответствии с работой, которую Он представил в соответствии с Его собственным планом и согласно Его служению. Он не работал согласно закону Ветхого Завета. Ничего из того, что Он сделал, не согласовывалось с законом Ветхого Завета. И Он пришел не для того, чтобы в Своей работе исполнить слова пророков. Каждый этап Божьей работы никоим образом не предназначался именно для исполнения предсказаний древних пророков. И Он пришел не для того, чтобы следовать доктрине, либо преднамеренно реализовать предсказания древних пророков. Его действия, однако, и не нарушали предсказаний древних пророков, как и не создавали препятствий ранее совершенной им работе. Его труд основывался не на соблюдении какой-либо доктрины, но на выполнении той работы, которую должен был делать он сам. Он был не пророком или провидцем, но практиком, который реально пришел для того, чтобы совершить намеченное и открыть свою новую эру и выполнить свою новую работу. Конечно, когда Иисус пришел совершить свой труд, Он также исполнил многие слов, изреченных древними пророками Ветхого Завета. Равным же образом, совершаемая сегодня работа исполнила предсказания древних ветхозаветных пророков. Дело просто в том, что я не придерживаюсь того пожелтевшего старого альманаха. Вот и все. Ибо есть еще работа, которую я должен выполнить, и есть еще слова, которые я должен вам сказать. И эта работа, и слова имеют куда большую важность, чем объяснение текстов из Библии. Потому что такая работа не имеет для вас большой значимости либо ценности и не может ни помочь вам, ни изменить вас. Я намерен выполнять новую работу не ради исполнения какого-либо текста из Библии. Если бы Бог пришел на землю только за тем, чтобы исполнить слова древних библейских пророков, то кто был бы более великим? Воплощенный Бог или эти пророки древности? В конце концов, пророки руководят Богом или Бог руководит пророками? Как ты объяснишь эти слова?